От всей души хочу поздравить волонтеров Победы с их днем рождения. Я хочу сказать, что волонтерам уже есть чем гордиться. Они могут уже сказать, что они достигли определенных высот. Но на самом деле я хочу пожелать, и это всегда непросто, поставить себе новую задачу и решить эту задачу. Выбрать себе новую высоту и достигнуть эту высоту. Вот то, что уже получилось, вселяет меня уверенность, что все получится и снова. От всей души, с днем рождения!